Ну а тем временем в Большом зале Русского театра в Махачкале впервые состоялся концерт симфонического оркестра и солистов оперной группы Астраханского театра оперы и балета. Ценители классической музыки зарубежных и русских композиторов смогли насладиться песнями, ариями, оркестровыми фрагментами из оперы и балетов, известных оперетт и мюзиклов, которые исполнили такие артисты, как Алена Диянова, Ирина Белая, Алексей Михайлов, Лариса Ахметова и Зинаида Дюжева. Это первая встреча с таким прекрасным, отзывчивым зрителем, очень хорошо принимающим наш оркестр, наших солистов. И несмотря на небольшую усталость после длительного путешествия, которое сложилось, к сожалению, длительным, мы были очень рады почувствовать тепло зала вашего прекрасного.